Всем привет! Вы на канале Primary Maker, и в этом видео я расскажу про что такое Content ID и как вообще поместить треки свои в Content ID и, в общем, все, что я знаю о нем. Что это такое? Это, как бы, грубо говоря, такой своего рода Shazam, короче, отпечаток музыки, когда ты загружаешь эту систему, и если ты используешь эту музыку в YouTube, то она находится, она распознается именно в YouTube. Есть разные сайты, которые позволяют туда загрузить свою музыку, но я выбрал этот сайт, не знаю, вот на нем заработал и работал. Называется Identify, ну без разницы. Как это работает? Вот у меня есть канал, кто не знает, там вся моя музыка, вот. Вот, и я загружаю, значит, в Content ID свои треки, например, вот, не знаю, New Good Day, и здесь вот это видео, New Good Day, где оно, вот оно, и вот ограничение, и мне поступила жалоба на мою музыку, что здесь, то есть вот, заявка Content ID. В отношении видео не повлияло на ваш статус канала. В общем, ничего такого, просто монетизация стала недоступной. Здесь написано, что правообладатели это вот это это и есть вот этот Identify. И права заявлены от имени вот моего имени Мирасоник. Вот, типа заявки и музыка. И вот с какого докуда. Ну, в общем, вот такое встречалось, да, разные известные песни тоже с этим Content ID. Единственное, что разные песни, они загружаются через какой-то либо дистрибьютор, либо лейбл, ну, в общем. И там, как бы, Content ID вроде как сразу встроен. То есть я, например, загружаю через дистрибьютор, и, как бы, Content ID сразу распознает музыку. То есть вот здесь вот уже не будет этот же дистрибьютор. Здесь уже Dash Go. Это вот где я выложил эту музыку на все свои площадки. И тут уже Dash Go, это уже другой. То есть это дистрибьютор мне сделал сразу Content ID. А здесь вот именно с того сайта, потому что это нет на площадках, но я решил это в Content ID. И теперь все, кто будет использовать эту музыку, например, где-нибудь сзади, да, где-нибудь на заднем фоне, например, если не захотят, вот у них просто монетизация недоступна, вся она идет потом, пойдет мне. И как еще может отобразиться эта заявка на Content ID? Кроме того, что она появляется здесь, так она еще, в принципе, и появляется под низом под видео. То есть вот, чтобы всем понятно было, что это за музыка, вот. Музыка из этого видео. Я раньше думал, где это достать, что это, а вот, оказывается, это вот права на Content ID. То есть, музыка из этого видео и название исполнителей, кто это, так сказать, лицензировал эту музыку. Вот. И плюс, сейчас появилась совсем недавно такая штука, предложена пользователям вот этим. То есть, он теперь сам не... То есть, этот сайт рекламируется вот здесь. То есть, он здесь мне почему-то вдруг рекламируется. То есть он берет и в подсказке рекламирует свой, то есть монетизирует саму музыку через это. То есть это никак не убрать, это как реклама его автоматическая. Если я вот пользуюсь им. Но это вот, не знаю, это в плане этого вот. Это в плане этого сайта, не знаю, как другие. Я расскажу немножко о сайте здесь, как вообще, что есть, как устроено. Ну, потому что я думаю, что вот это самый удобный сайт, который я нашел. Как, значит, работать? Вообще, вначале надо было мне зарегистрироваться, и здесь проверка была одна, то есть надо было ответить на пару вопросов. Сейчас расскажу. Вот Gmail, значит, сначала, значит, вот мне прислали такую штуку. Когда я первый раз отправил на проверку, вот мне спросили вещи. Был один опрос. В общем, надо было отправить вопрос в самом сайте, и мне прислали, типа, вот ответ. Какие были вопросы, например? Пожалуйста, введите свой адрес электронной почты, там, какое у меня имя, потом... И мне еще задавали вопросы. То есть, мне спросили два вопроса. Можете ли вы сказать мне, где вы провели инструменталы? Я сказал, что я сам их написал. И можете сказать, где вы провели вокал. У меня был один ремикс на эту песню. Но его не приняли, почему? То есть, собственно, вот здесь есть отклоненные. Вот его не приняли. Его отказали, потому что там вокал, и он не мой. Такие штуки нельзя загружать. Только 100% музыку. То есть, вот мне ответили, что мы не можем отразить любые дорожки, которыми вы не владеете на 100%.
Ну вот. Все, двигаясь вперед, вы утверждены сразу же, все такое. Мне надо было, правда, прислать еще мою музыку одну с Google диска, в общем. Ну вот, в общем, секвенсор, ну, знаете, просто проиграть дорожки, чтобы было понятно, что пишешь ты. Вот это мне прислали, и потом меня просто вот ты принят. И вот, значит, что у нас здесь? После этого всего можно вот загружать треки. Значит, нажмите здесь, чтобы загрузить свои музыкальные файлы. Вот, у меня есть файл. Так. WAV можно, можно MP3, но вот WAV, например, я обычно загружаю. Дальше можно еще загрузить треки, но в общем, ну да, дальше надо было добавить дополнительные файлы нажать, и он бы еще бы их добавил какие-то, если вы сразу хотите сразу пачками, то по одному так загружать долго. Вот он потом все подряд загрузит, у вас будет такой столбик. Так, что делать дальше после того, как вот, после того, как загрузились файлы? Далее, дальше вот, подготовка метаданных. Нажмите, пожалуйста, он сейчас обрабатывает что-то там. Вот, требуется редактирование. В общем, вот, либо там нажать, либо проиграть, можно либо удалить. Вот, как я обычно делаю, вот так вот, исполнитель я, лейбл звукозаписи я, автор я, кавер-версия или нет. Это не обязательно, но можно иногда название альбома писать, потом жанр. Жанр, у меня это рэп, ну это, ладно, проехали. И издатель я. Все остальное не пишу, потому что это, ну это так, это нет у меня. Сохранить и отправить сейчас. Все, теперь заходим в треки. У вас активно или отклонен. Отклонен я показывал, вот активный. Вот рассматривается администратор. Он у меня сейчас рассматривает на самом деле прям очень быстро, типа за пару дней, 1-2 дня и все. Ну не знаю, насколько это быстро, но мне в принципе хватает. Вот сколько я уже активных треков сделал. Что дальше? Отсчеты. Вот, собственно, когда вы получаете роялти, когда вы получаете, значит, деньги, он отнимает какой-то процент. Я точно не знаю, какой, поэтому не буду врать. Может, 20%. Может, максимум 30%, но не больше 30%. Ну, с денег, которые платятся за то, что вашу музыку используют. Поддержка. Здесь такая штука, что вы можете по ссылке, чтобы отозвать прецензию на YouTube видео. Например, вы хотите, чтобы на том видео монетизация шла, и вы по ссылке просто указываете, какое видео хотите отменить. Например, я хочу отменить, чтобы здесь вот этого не было, чтобы здесь я смог монетизировать видео. Вот тогда я просто ставлю ссылку, которая вот здесь. Это чтобы канал, добавить канал в белый список. Ну, тут очевидно, просто я уже добавлял свои два канала, у меня просто еще два канала, которые, на которых я не хотел бы, чтобы эта музыка контент, ну, чтобы музыка там не протектилась. В общем, ни контент ID там не показывался, и не было, ну, чтобы права были заявлены. Вот эти два канала, и один из них, это как раз-таки есть мой Primary Maker. И последнее, это ты, может быть, сам нашел, а это не сработало, и ты сам нашел какое-то видео, в котором используется твоя музыка, и ты можешь сам дать ссылку, все такое, дать ссылку, чтобы и потом указать, где она используется, и, в общем, оно позволит монетизировать видео, даже если оно не было до этого монетизировано. Например, вы заметили, что какое-то видео, но оно вдруг, ну, бывает, контент ID не срабатывает, либо еще в этом что-то роде. Правда, я не знаю, а вот, трек должен бежать в этом, он должен пройти модерацию. Ну, в общем, не знаю, проверяют ли они это, но ты можешь сам как бы задать. Вот, сам выбираешь, какой у тебя, какая там музыка играет, ну вот. В общем, ты сам составляешь себе вот, вот это вот. Сам составляешь себе вот это вот. Чтобы работало на видео. Вот, в принципе, все, что здесь есть. Все просто. Я не знаю, что я мог еще не объяснить. Просто загружаешь сюда треки. Отсылаешь, они проверяются. Если, конечно, качество хорошее, все принимается. И в будущем, вот, все, кто использует музыку, у них будет такая штука. И вы будете знать, что эта музыка там. И спокойно сможете ее найти. Ну, еще я хочу рассказать, что вот в описании я оставлю ссылки на другие сайты, которые предлагает аккаунт канал BeatmakerFM. Другие сайты, собственно, я все проверил, ну или почти все. И вот на нем и остановился. Но вот, собственно, есть еще вот эти вот. Так что все, с вами был канал Primary Maker. И на этом всем спасибо за просмотр. Всем пока.